Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И это видео по такому бонуснику «Копилка 2018». Вчера проект стартовал. Значит, ну, что я хочу сказать. Скажем так, свой отзыв. Это хороший лохотрон. Я для пробы закинула вчера сюда 10 рублей. Думала, если все будет в порядке, я подкуплю еще как бы мощности, да? Вот. Ну, бонус скорости он обещает. Ну, как обычные. Вот. Минимальная сумма вывода 1 рубль. Войдем в кабинет. У меня на балансе уже 2,29. Значит, я вот, как уже говорила, я пополнила 10 рублей. Статистики нету. Вот. И пополнение от 5 рублей. Везде от рубля, а здесь 5 рублей. Ну, это бог с ним. Это копейки, ладно. Давайте вывести. Вот у меня 2,29. Нажимаю выплатить. И ничего. Нажимаем, нажимаем. Выводись. И ничего. Как была сумма на балансе, так и есть. Далее что еще? Операции. Давайте обратим внимание. Посмотрите. Ни одного вывода. Только пополнение, пополнение. И все пополняют. Ни вывода, ни реферальных начислений. Ничего нет. Даже вот у меня два человека проплатились. Мне капнуло от них 4 рубля. В ожидании начисления. Понимаете систему? Далее. Группа ВКонтакте. Обратите внимание. Не ведитесь. Здесь еще, оказывается, конкурс. Акция у них. Смотрите, акция 30% на пополнение вам вернут на ваш кошелек, кто пополнит сумму от 500 рублей. Так, никто никого не заставляет. Акция добровольная. Окончание акции 28.08.18.00. Ну, я не знаю. Далее я написала сообщение. Перейти к диалогу. Вот я написала: здравствуйте, проект платит. Что-то вывод не работает. Хотела записать видео по выводу. И бац, а хвастать нечем. С уважением. Они там попросили, как бы написан номер кошелька, я им прописала. И уже прошло более 3 часов. Это было 15.36. Вот 18.31 я послала вопросительный знак. И 18.40 написала: лохотрон. Вот. Так что проект не платит, не ведитесь. Я его, в общем, ну, я не знаю. Это, конечно, редко бывает. Но это интернет, ребят, правильно? И всякое может быть. И что главное, люди, вот смотрите, почти 300 рублей кто-то закинул. А взамен шишок под носок. Я не знаю, может, так положено сначала пополнять, но я такого первый раз вижу, что были одни пополнения. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Не ведитесь, это лохотрон. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!